предприниматель Петр Офицеров, осужденный по делу Кировлиса, скончался в Москве. Об этом его адвокат Светлана Давыдова сообщила в субботу, 14 июля, в Facebook. 13 июля 2018 года ушел из жизни Петр Офицеров. О дате, времени, месте прощания семья Петра информирует всех сочувствующих позже, написал юрист. Причина смерти не уточняется. Журналист Евгений Альбац рассказала РБК, что бизнесмен мог умереть от инсульта. По версии следствия, в 2009 году директор Вятской лесной компании Офицеров вступил в преступный сговор с оппозиционером Алексеем Навальным, который тогда занимал пост советника губернатора Кировской области, и гендиректором компании Кировлис Вячеславом Опалевым. Утверждалось, что они похитили более 10 тысяч кубометров продукции Кировлиса, что обошлось областному бюджету более чем 16 миллионов рублей. Офицеров получил условно 4 года, но в 2016 году приговор отменили по решению Верховного суда после постановления ЕСПЧ. В феврале 2017-го состоялось повторное слушание, в ходе которого Офицерову снова дали 4 года условно. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся,